9 августа цена на золото на азиатских фондовых биржах поднялась до рекордной отметки и составила более 1770 долларов за тройскую унцию. Из-за экономического кризиса в США и Европе лихорадят финансовые рынки всего мира. Южнокорейские и гонконгские инвесторы стремятся перевести свои капиталы в золото, только оно сейчас считается надежным вложением. Спрос на желтый металл и раньше был высоким, теперь же он становится еще выше, а следовательно растет и цена. Однако теперь она заставляет задуматься, прежде чем сделать инвестиции. Вице-президент Korea Gold Exchange говорит, что эта тенденция, вероятнее всего, необратима. Со вчерашнего дня цена на золото резко возросла. Мы не можем судить, насколько она повысится через день. В то время как инвесторы обращают пристальное внимание на драгметаллы, обычные покупатели не всегда могут вложиться в золото. Эта жительница Сеула говорит, что ей такие покупки сейчас не по карману. Я купила бы золото, если бы у меня были свободные деньги. Видимо, цены на него будут расти, поэтому я вложила бы свой капитал в золото. Во вторник в Гонконге ювелирные магазины почти опустели, хотя обычно переполнены туристами из материкового Китая. Как только цены на драгоценный металл начали кусаться, спрос на него сразу же упал. Мое золото куплено давным-давно, мы просто положили его в сейф. Однако сейчас мы не будем больше покупать, поскольку цены слишком высокие. Тем не менее, в условиях экономических проблем золото на мировых рынках рассматривается как наиболее безопасный актив.